На кадрах ударная группа аллигаторов К-52 уничтожает украинских радикалов при высадке десанта на аэродроме под Киевом. А это уже российские войска продолжают брать под контроль поселки на подступах к Киеву. Продолжает работать артиллерия по селу, пока здесь идет проверка. Результат огневого поражения склада с артиллерийскими боеприпасами в Вознесенске Николаевской области. Также сегодня была уничтожена воинская часть номер 79 отдельной десантно-штурмовой бригады в Николаеве. А вот это уже кадры после удара по авиаремонтному заводу во Львове. Помимо военной операции, бойцы России не забывают и о мирных жителях Украины. Российская армия продолжает доставлять продукты и предметы первой необходимости в населенные пункты Харьковской области. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Вообще спасибо, ребята.